Доброе утро. Слышно меня? Доброе утро. Слышно ли меня? Да, слышно. Да, да, добрый день. Значит, я выставил дни, когда у вас экзамен, это 15 и 18. Фактически вы должны прийти в этот день. Ну и написать тест. После этого вам будет объявлены оценки. Кто не придет, тот, естественно, будет считаться пропустившим занятие, пропустившим экзамен. И ему ставится неявка и двойка, да. Потом пересдавать должен будет неявку. Все понятно. Да, понятно. Да, хорошо. Так, давайте мы послушаем доклады Морозова. Отсутствует. Гамаскова. Отсутствует. Куоканин. Отсутствует. Самарханова. Отсутствует. Улитина. Отсутствует. Абдуллахи. Отсутствует. Богаткина. Здесь. Да, давайте мы вас послушаем. Так, пока не видно, экран не шарится. Демонстрацию экрана запустить, да? Да, конечно, желательно очень. Секунду. Делиться. Теперь видно? Да, видно на весь экран. Пожалуйста, сделайте. Извините, пожалуйста, сейчас опускаю. Режим презентации. Не тот, почему не получилось, как так, надо. Это не на весь экран пока еще. Так. Извините. Так. Вот да, на весь экран, хорошо. Сейчас, секунду, еще раз. Исчезло все. Ага, так, еще раз. Извините, пожалуйста, неполадочки. Все. Так, да, давайте слушаем. Презентация доклада по теме «Управление программным обеспечением. Система управления пакетами NewGet». Богаткина Алена Александровна, я студентка первого курса, БИБД 0123, Российского университета дружбы народов. Современное развитие информационных технологий немыслимо без использования специализированных инструментов управления программным обеспечением. Один из таких инструментов – система управления пакетами NewGet, которая предназначена для упрощения и автоматизации процесса установки, обновления и удаления библиотек и компонентов в проектах на платформе .NET.
В рамках данного доклада мы узнаем, что такое NuGet, рассмотрим его основные возможности, преимущества и недостатки, а также разберем, что из себя представляет платформа .NET, для которой NuGet и предназначен. Что такое менеджер пакетов? Пакетный менеджер, он же система управления пакетами, позволяет установить дополнительные программы, библиотеки и зависимости, необходимые для работы определенной программы, а также обновлять все пакеты системы до последних версий с помощью одной команды. Он также может автоматически разрешать конфликты между пакетами и обеспечивать безопасность системы путем подписывания пакетов цифровыми сертификатами. Здесь мы можем наблюдать за небольшой схемой представления, собственно, работы пакетного менеджера. Что такое пакет? Пакет, по сути, представляет собой архив, содержащий в себе исполняемые файлы, библиотеки, конфигурационные файлы и другие ресурсы, необходимые для работы определенного программного продукта или библиотеки. Пакет также может содержать метаданные, описывающие его версию, авторство, зависимости и другую информацию. А что такое .NET? .NET – это фреймворк от компании Microsoft, который позволяет использовать одни и те же пространства имен, библиотеки и API для разных языков. Чаще всего это 4 языка из семейства .NET. C-Sharp, Visual Basic, Visual C++, F-Sharp. До 2014 года .NET работал только в операционной системе Windows, однако потом был создан .NET Core. .NET Core – это кроссплатформенная среда разработки, которая позволяет создавать приложения, работающие на разных операционных системах, включая Linux. Зачем нужна .NET? Если бы не .NET, пользователям пришлось бы устанавливать среду исполнения для программ на каждом языке. То есть, чтобы запустить приложение на Visual Basic, нужно скачать среду исполнения для Visual Basic. Если бы же программа написана на C-Sharp, придется скачивать среду и для нее. Это очень быстро забьет все место на компьютере немного отличающимися копиями одних и тех же библиотек. Разработчики, которые знают разные языки, могут написать общий программный продукт под конкретную .NET-платформу. Элементы этого продукта, написанные на разных языках, смогут коммуницировать между собой без каких-либо проблем. Это также объясняет то, почему комьюнити .NET очень большое и разнообразное. Как работает .NET? Вспоминаем, что процесс компиляции – это перевод кода, понятного человеку, в бинарный код, понятный компьютеру. В программировании на .NET компиляция и запуск приложений происходит следующим образом, представлено на схеме. Код из любого языка преобразовывается в код, написанный на общем языке Common Intermediate Language или CIL. Этот язык является языком низшего уровня, похожего по синтаксису на язык ассемблер. После этот код передается так называемой исполняющей среде Common Language Runtime или CLR, которая берет функции и методы из .NET Framework. После этого конечный результат передается на процессор и выполняется программа. Это все можно, опять же, наблюдать на схеме. CLR – это некая виртуальная машина, которая, собственно, и управляет нашими приложениями, написанными для .NET. В ней есть такая занятная штука, как сборщик мусора – garbage collector. Он подчищает все ненужное, оставленное программой в оперативной памяти во время выполнения самой программы. То есть, если мы использовали, например, переменную всего один раз в программе, то после обращения к этой переменной, если она больше нигде не задействована, автоматический сборщик мусора ее удаляет из оперативной памяти. Это абсолютно безопасно, а главное, это дает огромный прирост в производительных масштабах ресурсоемких приложений. Это очень удобно ведь в других языках, например, в C++, чтобы достичь максимальной скорости работы, приложение необходимо вручную удалять объекты. А в этом случае нужно просто посчитать, когда они не будут востребованы, чтобы их можно было безопасно удалить, чтобы не вызвать ошибку или крах программы. Также такая схема сборки приложений очень удобна и тем, что происходит компиляция на лету. То есть, не компилируя программу, среда разработки может указать вам на ваши ошибки, а это заметно ускоряет процесс разработки. Собственно, пакетный менеджер NuGet. Что такое NuGet и для чего он используется? NuGet, изначальное название NuPack, это бесплатный пакетный менеджер с открытым исходным кодом, служащий для .NET и .NET Core механизмом совместного использования кода, поддерживаемого Microsoft. Он определяет, как создаются, размещаются и используются пакеты для .NET, а также предоставляет средства для каждой из этих ролей. Также NuGet представляет из себя унифицированное и удобное хранилище готовых .NET-библиотек, написанных программистами со всего мира. Пакет NuGet представляет собой отдельный zip-файл с расширением newpackage, который
содержащий скомпилированный код и другие файлы, связанные с этим кодом, а также описательный манифест, включающий такие сведения, как номер версии пакета. Разработчики, у которых есть код, которому нужно предоставить общий доступ, создают пакеты и публикуют их на закрытых или открытых узлах. Потребители получают эти пакеты из соответствующих узлов, добавляют их в свои проекты, а затем вызывают функции пакета в коде своего проекта. При этом NuGet сам обрабатывает все промежуточные данные. Это представлено на схеме ниже. Основные возможности NuGet. NuGet предоставляет разработчикам широкий выбор пакетов, доступных в галерее NuGet, которая является центральным репозиторием для хранения и распространения пакетов. В галерее NuGet можно найти пакеты для различных целей, включая библиотеки, фреймворки, инструменты и дополнительные ресурсы для .NET. NuGet поддерживает все спецификации, связанные со структурой пакетов, включая локализацию и отладочные символы, а также диапазоны версий. Кроме того, разработчики могут создавать свои собственные пакеты и публиковать их в галерее для использования другими разработчиками. NuGet широко используется в различных сферах программирования на .NET. Он облегчает управление зависимостями и упрощает процесс разработки приложений и предоставляет различные API для программной работы со своими службами. Разработчики могут использовать NuGet для добавления сторонних библиотек и компонентов своей работы без необходимости вручную скачивать и устанавливать их. Одним из главных преимуществ NuGet является его простота использования. Разработчики могут легко добавлять и обновлять пакеты, а также удалять их, если они больше не нужны. NuGet также обеспечивает централизованное управление пакетами, что упрощает поддержку проектов и обеспечивает согласованность зависимостей. Однако у NuGet есть и недостатки. Галерея NuGet может содержать пакеты низкого качества или устаревшие версии пакетов. Разработчики должны быть внимательны при выборе пакетов и убедиться, что они соответствуют их требованиям. В этом докладе мы ознакомились с основными принципами работы NuGet, изучили его основные возможности и особенности. Мы выяснили, что NuGet предлагает широкий выбор пакетов из официального репозитория и позволяет также создавать и публиковать собственные пакеты для повторного использования кода. В заключение можно с уверенностью сказать, что система управления пакетами NuGet является важным инструментом для профессиональных разработчиков .NET, обеспечивая удобное и надежное управление зависимостями и содействуя быстрому развертыванию и сопровождению .NET-приложений. Эффективное использование NuGet способствует увеличению производительности разработки, повышению качества программного обеспечения и облегчает совместную работу в команде. Собственно, спасибо. На этом все. Большое спасибо. Сами пробовали запускать, ставить что-нибудь? А NuGet, честно, не пыталась. Немножко не мое, но поскольку доклад свободная тема была, нужно было ознакомиться. Хорошо, да. Понятно. Да, он раньше был в основном для разработчиков, а сейчас для кого угодно. Так, Верняковская Екатерина Андреевна. Здравствуйте, это я. Давайте послушаем вас. Так, а, видно? Да, пожалуйста, на весь экран. Так, сейчас, секундочку. Пока не получилось. Вот. Ага, хорошо, да. Назад перестать. Система управления пакетами ДПКГ. Меня зовут Верняковская Екатерина Андреевна. Я студентка группы НПИБД 0123 и студентка Российского университета Дружбы народов. Актуальность, тема и проблема. Тема, которая называется «Система управления пакетами ДПКГ», остается актуальной, поскольку это основной инструмент управления программным обеспечением в Debian, и понимание работы ДПКГ очень важно для администраторов систем и разработчиков, чтобы обеспечивать стабильность, безопасность, эффективность в установке, удалении и управлении пакетами программного обеспечения. Объекты и предметы исследования – это система управления пакетами ДПКГ. Цель данного доклада – рассмотреть основные принципы работы системы управления пакетами ДПКГ, изучить его функциональность, а также основные команды и возможности. Задача исследования – это узнать, что такое менеджер пакетов, какие они бывают, что такое пакеты, и вот как раз подробнее узнать про систему управления пакетами ДПКГ. И материалы, методы, инструменты исследования – это интернет-ресурсы и практические навыки работы на своей операционной системе Linux, Ubuntu. У меня стоит Ubuntu, и я поэтому все сама пробовала.
перейду к введению. Раньше установка программного обеспечения под операционной системой семейства Linux могла напугать начинающих пользователей этих операционных систем, поскольку загрузка исходных кодов, управление зависимостями, редактирование конфигурационных файлов — все это делалось вручную. Но сейчас любой дистрибутив Linux имеет возможность установки программного обеспечения с помощью менеджера пакетов. Так что же такое менеджер пакетов? Менеджер пакетов следит за тем, какие программы установлены на компьютер, и позволяет легко устанавливать новые программы, а также обновлять программы до более новых версий, удалять те, что уже были установлены. И использование менеджера пакетов в Linux может сэкономить очень много времени и усилий по сравнению с установкой программного обеспечения и его зависимостей вручную. Менеджеры пакетов бывают высокоуровневые и низкоуровневые. Первые применяются для поиска и скачивания пакетов из каких-то репозиториев, и в процессе они могут задействовать низкоуровневые. А низкоуровневые менеджеры используются для установки локальных пакетов, загруженных ранее вручную пользователям. Это основные, популярные менеджеры пакетов, DPKG, про которые я сегодня буду рассказывать, APT, RPM, YAML, Pacman и Portage. И что же такое сам пакет? Пакет — это файл, содержащий программное обеспечение, его зависимости и метаданные, необходимые для установки управления программным обеспечением в операционной системе. И отличие между пакетом в Linux и обычным программным установщиком в том, что установщик может сам выполнить все необходимые команды и установить программу, а пакет нет. И как раз для установки управления пакетами нужен пакетный менеджер. Из чего состоит пакет? Пакет — само приложение в откомпилированном виде. И также пакет содержит метаинформацию. А метаинформация — это описание, которое содержит имя пакета, номер версии сборки и также сведения о разработчике и другое. Пакет, различные дистрибутивы в Linux имеют свои форматы пакетов, например, .deb, .rpm. И так далее. И структура имени пакетов такова. Сначала идет имя, потом дополнение, потом версия, а далее архитектура и расширение. Например, в Vivaldi я скачала пакет. Vivaldi Stable — это название. Далее идет дополнение, версия, архитектура AMD64 и .deb — это расширение. И уже перейду к самому пакетному менеджеру DPKG. Это пакетный менеджер для Debian систем. DPKG используется с пакетами, созданными для Linux на базе Debian, и они заканчиваются расширением .deb. DPKG может устанавливать, удалять и создавать пакеты, но в отличие от других более продвинутых систем управления пакетами, он не может автоматически загружать и устанавливать пакеты или их зависимости. И из DPKG можно установить только локальные файлы, которые уже были загружены самостоятельно. Установка пакета. Установить пакет можно с помощью опции минус и или минус минус install. Также можно установить пакет в два этапа. Это сперва распаковка, а затем конфигурация. Также можно удалить пакет с помощью опции минус r или минус минус remove. Но это удаление не полное, так как все конфигурационные файлы, все списки журналов, они все остаются, и можно программу скачать заново. Для полного удаления всего, связанного с пакетом, используется опция минус p большая или минус минус push. Вот. Также я все сделала и удалила полностью пакет. Далее. DPKG также обладает возможностью проведения запросов к своей внутренней базе данных для получения информации. Можно узнать информацию о пакетах, файлах и так далее. Вот так функция, опция минус L или минус минус list files выводит список файлов установленных пакетов. Опция минус S большая или минус минус search ищет пакет, к которому относится этот файл. Вот, например, Vivaldi меню — это файл, и минус S нашел пакет, к которому относится этот файл. Далее минус минус статус или минус S маленький выводит информацию о том или ином
установленном пакете, а опция минус L или минус-минус lit показывает список пакетов, известных системе и их статус. Минус-минус contents или минус C маленькая показывает список файлов в пакете. И последнее — это минус-минус info или минус i показывает информацию о пакете Debian. Версия, номер, название и так далее. И сама архитектура. И также у DPKG есть файл журнала. DPKG сохраняет журнал всех своих действий в файл var.log dpkg.log. И этот журнал очень подробный, в нем задокументированы все этапы обработки пакетов DPKG. Можно найти точный момент, когда каждый пакет был установлен или обновлен. И так, например, я залезла в этот журнал, посмотрела, и у меня 11 мая, например, был скачан Vivaldi как раз. И дальше поддержка мультиархитектуры. Все пакеты в Debian имеют поле архитектуры в своих метаданных. Это поле может содержать либо значение all, то есть для пакетов, это для пакетов, которые не зависят от архитектуры, либо название самой конкретной архитектуры. То есть пакет предназначен для какой-то архитектуры, например, AMD64 или ARM HF. И если пакет предназначен для какой-то архитектуры, то DPKG по умолчанию допустит установку пакета только в том случае, если архитектура пакета соответствует архитектуре системы. Архитектуру системы можно узнать с помощью опции DPKG минус-минус print архитектура. Так, например, у меня архитектура AMD64, и установку пакета с архитектурой ARM HF DPKG сделать не дал, поскольку архитектура пакета не соответствует архитектуре системы. Но можно включить поддержку чужеродной архитектуры с помощью DPKG минус add архитектуры, и также можно ее отключить с помощью DPKG минус remove архитектур. И отключение поддержки чужеродной архитектуры возможно только, когда в системе не осталось ни одного пакета этой архитектуры. Ну и перейду к выводам. DPKG является базовой программой для управления пакетами в системе Debian. DPKG позволяет устанавливать, удалять и управлять пакетами. И DPKG простой. Отличительной особенностью DPKG является его простота и прозрачность работы. Это делает его привлекательным выбором для опытных пользователей. Но DPKG, стоит отметить, что DPKG — это низкоуровневый пакетный менеджер и отличается от более полноценных систем управления пакетами, таких как, например, APT, тем, что он не предполагает автоматического решения зависимости и загрузки пакетов из сети. И, в принципе, на этом все. Это мой список литературы. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Ну, я думаю, что для людей, использующих дистрибутивы типа Debian, у них просто альтернативы нету других. Возможно, есть. Ну, APT, кстати, подходит. APT это он уже считается устаревшим. Он это обертка, которая просто сделает зависимости, смотрит и вызывает DPKG. Это не сам менеджер пакетов. Большое спасибо. Спасибо. Так. Жукова. Алина Александровна. Здесь. Здравствуйте. Да, давайте. Так. Она не хочет. А мне не получается поделиться, там кнопка просто серенькая. А, все. Так. А,
получается, нет? Да, все хорошо. Вот все, да, на весь экран давай. Здравствуйте, меня зовут Жукова Арина Александровна. Тема моего доклада – это система управления пакетами «Чоколад». Цель данного доклада. А вы пропали почему-то. Так, все? Да, 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 слышно. Так вот. Цель данного доклада – исследовать систему управления пакетами «Чоколад» как решение для автоматизации и упрощения управления программным обеспечением в системах Windows. Проблема заключается в том, что управление программным обеспечением в системах Windows может быть сложной и трудоемкой задачей, особенно в больших и распредельных средах. Традиционные методы установки и обновления программного обеспечения вручную подвержены ошибкам и требуют значительных затрат и времени и ресурсов. А гипотеза «Чоколад» может существенно улучшить процесс управления программным обеспечением в средах Windows, снижая риски, повышая эффективность и экономия время и ресурсы. Система управления пакетами «Чоколад» представляет собой инновационное решение в области автоматизации управления программным обеспечением для операционной системы Windows. Актуальность работы заключается в том, что система управления пакетами «Чоколад» становится все более популярной среди пользователей Windows, как в домашнем, так и в корпоративном окружении. Понимание особенностей и возможностей «Чоколад», а также решение проблем, с которыми пользователи могут столкнуться при использовании этой системы, является важным для обеспечения эффективного управления программным обеспечением. Исследование данных аспектов позволит получить полное представление о системе управления пакетами «Чоколад», ее возможностях, преимуществах и ограничениях, а также поможет пользователям эффективно использовать «Чоколад» для управления программным обеспечением в различных сценариях. История развития системы управления пакетами «Чоколад». «Чоколад» — это инновационная система управления пакетами, предназначенная для операционной системы Windows. Он был разработан в 2011 году Робом Рейлинсом. Этот менеджер пакетов был создан с целью предоставить пользователям Windows универсальное средство для установки управления и управления программным обеспечением на своих компьютерах. «Чоколад» базируется на платформе NuGet и предлагает удобные командные строки для управления пакетами. Основная идея пакетного менеджера заключалась в том, чтобы облегчить процесс установки и обновления программ на Windows, сделая его более автоматизированным и удобным. Он стал популярным инструментом благодаря своей простоте использования и гибкости. «Чоколад» позволяет пользователям устанавливать необходимые программы с минимальными усилиями, а также обновлять их с помощью нескольких простых команд. История развития «Чоколад» является примером успешной инициативы по созданию удобного и эффективного инструмента для управления программным обеспечением на Windows. С каждым годом «Чоколад» становится все более популярным среди пользователей и специалистов по информационным технологиям. А преимущественное использование «Чоколад» перед другими системами управления пакетами. Этот инструмент автоматизации компилирует установщики, zip-архивы, исполняемые файлы и сценарии в пакеты, что значительно облегчает управление программным обеспечением на Windows. «Чоколад» предлагает автоматизацию управления программным обеспечением, оборачивая установщики, исполняемые файлы, zip-архивы и сценарии в скомпилированные пакеты. А благодаря «Чоколад» пользователи могут легко управлять установкой и обновлением программ на своих системах Windows. Для эффективного использования «Чоколад» необходимо ознакомиться с основными командами, которые позволяют управлять установкой, обновлением и удалением пакета. Одной из важных команд «Чоколад» является команда APK. Эта команда позволяет получить, сохранить или удалить ключ API для определенного источника пакетов. Использование ключа API может быть необходимо для доступа к приватным пакетам или операциям, требующим аутентификации. А другой полезной командой является «Cached». С ее помощью можно управлять локальным HTTP, который используется для хранения запросов. Это особенно удобно для ускорения доступа к часто используемым пакетам и уменьшения времени загрузки. Команда «Config» представляет возможность настройки «Чоколад» и его источников пакетов. Через эту команду можно задать различные параметры, такие как настройка прокси, папки для установки пакетов и другие опции, которые оптимизируют процесс управления пакетами. Для загрузки пакетов «Чоколад» для локального пользования используется команда «Download». Это позволяет сохранить пакеты на компьютере для последующей установки без необходимости повторной загрузки из интернета. Кроме того, команда «List» является полезным инструментом для отображения всех установленных на компьютере пакетов. Это помогает легко отслеживать установленное программное обеспечение и его версии.
Интеграция Чоколаты с автоматизацией и системами конфигурации предоставляет возможность использовать Чоколаты вместе с различными инструментами автоматизации автоматизации инфраструктуры. А с помощью этих инструментов можно взаимодействовать с Чоколатой, использующей соответствующий интерфейс. А помимо этого, документы содержат инструкции по установке и настройке сервера Jenkins. Jenkins является инструментом непрерывной интеграции, непрерывной доставки, часто называемой CI/CD, которая обеспечивает необходимую автоматизацию. Чоколаты имеют свои проблемы и ограничения, которые могут повлиять на опыт пользователей. Одной из проблем, с которой могут столкнуться пользователи, является ограничение Чоколаты GUI, связанное с отображением результатов поиска. Не все доступные пакеты могут быть отображены, и возможно, что пользователи не смогут перейти на следующую страницу с результатами из-за зависимости Чоколаты GUI от сервера репозитория. Это может затруднить процесс поиска и установки нужных пакетов. Еще одним значительным ограничением Чоколаты является вопрос прав на распространение. Согласно FIQ, на официальном сайте у Чоколаты есть серьезные ограничения в виде прав на распространение, что делает общедоступный репозиторий пакетов менее надежным по сравнению с внутренним репозиторием. Это может ограничить доступность определенных пакетов и усложнить процесс управления ими. Кроме того, на платформе GitHub существует раздел с проблемами и запросами пользователей к разработчикам Чоколаты. Здесь пользователи могут высказать свои проблемы, а также запрашивать информацию о правилах, реализованных в Чоколаты, что может быть важным для понимания работы системы. Так. Чоколаты реализуют несколько функций безопасности, включая проверку подписи пакетов, управление доверием к репозиториям и отслеживание версии установленного программного обеспечения. Это помогает гарантировать целостность и безопасность установленных пакетов. Документация Чоколаты также упоминает изменения, направленные на улучшение безопасности системы. В частности, отмечается, что теперь по умолчанию Чоколаты запрашивает подтверждение пользователя перед выполнением определенных действий, что способствует предотвращению нежелательных операций и повышению безопасности в целом. Чоколаты предлагает широкий спектр расширенных возможностей, таких как настройка и параметры, создание расширений и интеграцию с другими инструментами. Это позволяет пользователям адаптировать Чоколаты к своим конкретным потребностям и интегрировать его с существующими рабочими процессами. Чоколаты представляет собой мощный инструмент, который значительно упрощает процесс управления программным обеспечением на операционной системе Windows. Интеграция Чоколаты с системами автоматизации и конфигурации открывает новые возможности для оптимизации процессов управления программным обеспечением в корпоративной среде. Однако были выявлены и проблемы, и ограничения Чоколаты, которые могут возникнуть в процессе использования этой системы. Создание собственных пакетов для Чоколаты открывает новые возможности для пользователей, позволяя адаптировать систему под свои потребности и требования. Наконец, перспективы развития Чоколаты как системы управления пакетами предотвращают дальнейшее усовершенствование и расширение функционала, что делает эту систему еще более привлекательной для пользователей. Таким образом, система управления пакетами Чоколаты представляет собой мощный инструмент, который обладает широкими возможностями и перспективами развития. Ее использование может значительно упростить процесс управления программным обеспечением и повысить эффективность работы как отдельных пользователей, так и корпоративных сетей. Сейчас на доске ресурсы, которые я использовала при подготовке доклада. Спасибо за внимание. Спасибо. Сами вы использовали, пробовали использовать? Нет, не пробовали. Хорошо. Нет. Хорошо. Прокопьева Мария Евгеньевна. Отсутствует.
Так, Румянцев Артем Олегович. Да, давайте вас послушаем. Видно. Так, на весь экран, да, хорошо. Здравствуйте. Тема сегодняшнего моего доклада – система управления пакетами NuGet. Меня зовут Румянцев Артем. Введение в NuGet. Ключевой инструмент для любой современной платформы разработки – это механизм, с помощью которого разработчики могут создавать, передавать друг другу и использовать полезный код. Часто такой код распределен по пакетам, включающим скомпилированный код в виде библиотек DLL и другое содержимое, необходимое использующим эти пакеты проекта. Для .NET, в том числе до .NET Core, механизмом совместного использования кода, поддерживаемого Microsoft, является NuGet, который определяет, как создаются, размещаются и используются пакеты для .NET, а также предоставляет средства для каждой из этих ролей. Что такое NuGet? NuGet представляет собой отдельный zip-файл с расширением .newpackage, который содержит скомпилированный код и другие файлы, связанные с этим кодом, и описательный манифест, включающий такие сведения, как номер версии пакета. Разработчики, у которых есть код, которому нужно предоставить общий доступ, создают пакеты и публикуют их на закрытых или открытых узлах. Потребители получают эти пакеты из соответствующих узлов, добавляют их в свои проекты, а затем вызывают функции пакета в коде своего проекта. При этом NuGet сам обрабатывает все промежуточные данные. Так как NuGet поддерживает закрытые узлы наряду с открытым узлом NuGet.org, с помощью пакетов NuGet вы можете делиться кодом, используемым в рамках организации или рабочей группы. Пакеты NuGet также являются удобным способом факторизовать свой код для использования только в собственных проектах. Иными словами, пакет NuGet является совместно используемой единицей кода, однако не требует и не подразумевает какого-либо определенного способа предоставления общего доступа. Поток пакетов между создателями, узлами и потребителями. Выполняя роль общедоступного узла, NuGet обслуживает центральные репозитории, более чем 100 тысяч уникальных пакетов на сайте nuget.org. Ежедневно эти пакеты используют миллион разработчиков .NET и .NET Core. NuGet также позволяет размещать пакеты в частном порядке в облаке, например, в Azure, DevOps, в частной сети или даже в вашей локальной файловой системе. Таким образом, эти пакеты доступны только тем разработчикам, у которых есть доступ к узлу, что позволяет сделать их доступными для отдельных групп потребителей. Независимо от своей природы, УЗИ выступает в качестве точки подключения между создателями и потребителями пакета. Создатели разрабатывают полезные пакеты NuGet и публикуют их на узле. Потребители ищут полезные совместные пакеты на доступных узлах, скачивая эти пакеты и включая их в свои проекты. После установки в проекте API пакеты становятся доступны остальной части кода проекта. Совместимость пакета с разными целевыми платформами. Совместимый пакет означает, что он содержит сборки, созданные по меньшей мере для одной целевой платформы .NET, совместимые с целевой платформой используемого проекта. Для максимальной совместимости пакета разработчики используют версию .NET стандарт, которая поддерживает все проекты .NET и .NET Core. Это наиболее эффективное средство как для создателей, так и для потребителей, так как единый пакет подходит для всех потребляющих проектов. Управление зависимостями. Возможность легко брать за основу работ других – это одна из наиболее мощных функций системы управления пакетами. Соответственно, значительная часть работы NuGet заключается в управлении этим деревом или схемой зависимости от имени проекта, если эти пакеты используют другие пакеты. Все эти зависимости нижнего уровня обрабатывает NuGet.
На рисунке показан проект, зависящий от 5 пакетов, которые, в свою очередь, зависят от нескольких других. Что еще делает NuGet? Чтобы обеспечить эффективную работу процессов, NuGet осуществляет некоторые оптимизации в новом режиме. В частности, NuGet управляет кэшем пакета и папкой глобальных пакетов, что позволяет упростить установку и повторную установку. Кэш позволяет избежать загрузки пакета, который уже установлен на компьютере. Папка глобальных пакетов позволяет в нескольких проектах совместно использовать один установленный пакет, тем самым уменьшая общий размер пакетов NuGet на компьютере. Кроме того, NuGet обслуживает все спецификации, связанные со структурированием пакетов, включая локализацию и отладочные символы, и ссылками на них, включая диапазоны версий и предварительные версии. NuGet также имеет различные API для программной работы со своими службами и предоставляет поддержку разработчикам, которые пишут расширения Visual Studio и шаблоны проектов. Мои источники. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, у нас получилось, больше докладов нету на сегодня. Можно тогда задать вопрос? Да. Вопрос будет по поводу 6-го этапа индивидуального проекта. В нем говорится о том, что нам нужно перевести наш сайт с русского на английский. Нет, я там двуязычный да. Сайт сделать русский и английский, да? Как это сделать? Я вчера покопалась, пыталась находить разные способы, но из-за того, что я как-то редактировала файл Hugo или файл Language, у меня... Там делаются две иерархии. В одной иерархии русский язык, а в другой иерархии английский. Там все на сайте Hugo написано, как это делается. Примеры есть для нескольких языков. Вы просто делаете две иерархии. Одна иерархия, скажем, ru называется, другая n. И в одной все на русском, а в другом все на английском. Я делала так же. Но проблема в том, то, что из-за этого сайт слетал. Значит, вы где-то ошибку делаете. Делайте поэтапно. Шаг сделали и проверяете, что вы ничего не нарушили. Если нарушили, откатывает. Ну, что я могу вам посоветовать? Делайте дальше. Хорошо. Тот сайт Hugo, который я нашла, это именно не того репозитория, которого вы нам кидали как шаблон. У сайта Hugo есть и другие подразделения? Нет, он менял фирму, которая им владела, и они меняли название основных репозиториев. Репозиторий один и тот же, а названия, да, действительно менялись время от времени. Хорошо, спасибо. Так, есть еще ли вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда 2 дня у вас на экзамены, 17-18, в зависимости от направления. Жду вас на эти экзамены. Ну вот, пожалуй, и все. Спасибо, до свидания. А у меня еще доклад, вы не спросили. О, так, кто вы? Улитина Мария. Спрашивал. Угу. Спрашивал, поставил, что вас нету. А можно сейчас рассказать? Давайте, расскажите, конечно. Угу. Так, видно все? Да, на весь экран, пожалуйста, раскройте. Мой доклад про менеджер пакетов RPM. Доклад подготовила студентка группы НКБД-06-23 Улична Мария Максимовна. Так, введение.
В настоящее время распространение программного обеспечения связано с большим количеством файлов. И для управления этими файлами, связанными с программой, мы используем специальный пакет. Ну, как про это уже много докладчиков рассказало. Такие системы управления пакетов или пакетные менеджеры очень часто используют в Unix-подобных и Linux-системах. Поэтому я бы хотела рассказать про одну из систем управления пакетов, про RPM или RPM Package Manager. RPM может означать как и сам формат этих пакетов программного обеспечения, также и программу для создания и управления этими пакетами. Существует два типа RPM-пакетов. Это Source RPM и Binary RPM. Применение RPM. Для чего мы можем использовать наш пакетный менеджер? Во-первых, для создания этих пакетов, которые будут пригодны, и мы получим пакеты, пригодные для дистрибьюции. Установки, обновления и удаления упакованных программ. Запросы, детальной информации о пакетах программного обеспечения, о их метаданных, установлены они или нет. И четвертый пункт, немаловажный, это подтверждение целостности установленного программного обеспечения и о результатах его установки, какие у нас файлы установились, насколько верно соблюдены все зависимости. Преимущества RPM по вообще как программы и, возможно, по сравнению с другими пакетными менеджерами. Это возможность установки, удаления, обновления, а также подтверждения программных пакетов совместно с YAM. Использование базы данных установленных пакетов для запроса информации о пакетах и подтверждений пакетов. Использование метаданных, как я уже говорила, для описания пакетов, их инструкции по установке и других параметров пакетов. Вообще в RPM очень много различных параметров, которые мы можем задать, очень много информации о пакетах. Возможность собрать исходные файлы программного обеспечения, патч, инструкции установки в исходные бинарные файлы. Добавление пакетов в репозиторий YAM. И, что немаловажно, защита пакетов с помощью цифровой подписи с использованием ключей. Теперь я немножко расскажу про создание пакетов в RPM. Когда мы создаем пакеты в RPM, мы создаем еще необходимый spec-файл. Этот файл у нас будет описывать сам алгоритм связи элементов пакета и основную информацию об этом пакете. Spec-файл состоит из двух частей – преамбулы и основной части. В преамбуле мы укажем следующие параметры, которые показаны на данном слайде. Это имя, версия, релиз, краткое описание пакета, лицензия, под которой у нас распространяются файлы этого пакета, URL, в которой будет содержаться ссылка на дополнительную информацию о программе. Также можно указать ссылку на все исходные файлы пакета, которые будут храниться в каком-то архиве. Мы можем указать архитектуру, для которой создана наша программа. Также мы можем указать, только это будет называться NorArch параметр, архитектуру, на которой наша программа точно не запустится, и require системные требования. Перейдем к основной части нашего spec-файла. В ней мы укажем уже в description полное описание программного обеспечения, содержащегося в пакете. И дальше у нас идет уже сама сборка ПО, которое содержится в пакете. То есть у нас есть prep, это команда, которая подготовит наши файлы к сборке, build, которая непосредственно саму сборку осуществит, install, она нужна для того, чтобы если у нас какие-то файлы, полученные при сборке, мы укажем, нужны ли они пользователю, установить их или нет, и что с ними дальше делать. Check, команда, которая протестирует наше ПО. Files – это список файлов, которые будут установлены конечным пользователем программы. И changelog – журнал изменений пакета. На данном слайде можно увидеть команды, которые мы будем использовать после создания spec-файла. Setup 3 создаст необходимые директории, в которых будут храниться элементы нашего пакета. А RPM build с указанием название нашего spec-файла уже непосредственно создаст сам пакет. После создания пакета нам RPM предоставляет отличную возможность проверить его качество. Для этого нам нужна будет программа RPM Lint. Она
может улучшить поддерживаемость нашего пакета и проверить на ошибки и взаимосвязи все наши компоненты пакета. Она может проверять как бинарные, так и исходные, так и спек-файлы, и поэтому она будет полезна на всех этапах нашего проекта. На этом в целом все. Перейдем к выводам. RPM – полезный пакетный менеджер, который содержит много функций, при этом он достаточно понятен в использовании и гибок. Здесь список литературы, которую я использовала, по большей степени это документация самого RPM. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну, таким образом мы завершили. Вопрос, а мне нужен доклад? Я не понял. Мантуров Татарханов должен сегодня рассказывать доклад? Кто вы? Мантуров Татарханов. Я вам поставил доклад рассказывать? Нет, не поставил. Не нужно вам рассказывать. Угу. Все. До свидания. До встречи на экзамене. До свидания.